мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православный праздник День Ануфрия. Народы праздник прозвали мочальником. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память святого Ануфрия Мочалибова и Анисима Затворника Печерских в ближних пещерах. Совершается память Симеона Христа Ради Юродивого Палестинского и преподобного Иоанна Спостника его, пророка Божия Езекииля, мученика Виктора Марсельского, обретение мощей исповедника Романа Медведя Пресвитера, священномученика Петра Голубева Пресвитера и другие православные святые имена, которые вспоминались в этот день. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.